Современная молодежь сегодня активно занимается спортом, причем стараясь быть лучшими в различных его видах. Одним из ярких примеров является павлодарец Алик Домнич. Несмотря на его молодой возраст, спортсмен уже является победителем и призером множества соревнований, в том числе по смешанным единоборствам. Подробности в нашем следующем материале. ММА – один из самых зрелищных и непредсказуемых видов спорта, который сочетает в себе различные школы и техники боевых искусств. Смешанные боевые искусства – спорт, который требует дисциплины, терпения и выносливости. Боец ММА – четырехкратный призер мира, восьмикратный чемпион Казахстана, тренер клуба единоборств Алик Домнич. Алик, привет! Расскажи, пожалуйста, что за тренировка сейчас проводится? Ну, сегодня мы прошли тренировку, провели тренировку по грэпплингу. Сейчас ребята закрепляют свои приемы, борются, свободную схватку проходят. Уже 6 лет отдано смешанным единоборством. За спиной множество побед. Это и республиканские, и мировые соревнования. Областное ММА. Чемпион области многократный по ММА, кудо, панкратион, грэпплинг. Так, ну, этим видно многократный чемпион, потом трехкратный чемпион Казахстана по грэпплингу, четырехкратный чемпион Казахстана по панкратиону, чемпион мира по панкратиону, чемпион мира по грэпплингу, бронзовый призер Кубка мира по панкратиону и бронзовый призер вот последний раз в Италии тоже третье место занял на мире. Алик говорит, что за все время тренировочный зал стал вторым домом. Профессиональный спорт всегда вынуждает расставлять приоритеты. Сейчас мне все зовут, давай, давай, туда, давай. А мне как бы надо тренироваться, потому что потом, когда если разные бывают, можно, ну, выиграешь, все похвалят, а проиграешь, скажут, вот, ты проиграл, что ты проиграл. А когда зовут они тебя, чтобы ты отвлекают от тренировок, хотя это самое главное у нас, дисциплина. Поражения не должны ломать спортсмена, наоборот, закалять дух и заставлять работать еще больше, отмечает Алик Домнич. Кто не падал, тот не вставал. Сейчас ты, бывает, даже если поражение дает больше опыта, чем победа. Впереди серьезные соревнования, чемпионат мира, который пройдет в ноябре в городе Нур-Султан. Ну а главная профессиональная цель – пояс UFC. Кристина Каспирович, Амир Ерланулы, Ертыс Ахпарат.